Ой, а с кем-то мы не виделись полгода. Да с вами, а вы с нами. А где мы были? А мы были дома и ни хрена не делали. Канал «Очумелые» открывает этот сезон. И выезжаем на дачу. Что там будет, сейчас покажем. Полезного в этом ролике не будет ничего. Так что погнали, посмотрим просто, что там на даче. Открываем сезон. A few moments later. Ну, в принципе, не 5 минут, а это к часика полтора-два, но мы доехали. Очумелые открывают сезон. А теперь надо открыть калитку сначала, а потом открыть дом. В этом году воды не так много, как в том году было, но все равно вот. Есть здесь у нас места, которые нужно будет немножко подотсыпать. Вот эта вот великая лужа. Карасей надо запускать. А вот еще один момент. Вы скажете, помойка здесь валяется? Нет, это не помойка, это будущий контент. Это такой-то спойлерочек. Куплена новая клубничка, потому что ремонтантная клубничка нам чуть не особо зашла. Будем испытывать новые вариации. Вот здесь в ящичке сидит, по-моему, три вида, что ли. В кои-то веки мы совсем стали огородниками. Здесь появилось две сливы, там малинки еще что-то. Короче, взлетно-посадочные работы в этом году будут, но пока это так, в целом и общем. Итак, ребятушки. Как-то выходил ролик, вот здесь сейчас появится ссылочка на предыдущий ролик. Меня там захаяли, типа, а что ты все показал, ничего не включил? Блин, не было провода. А сегодня приехали, мне вот что-то вклинило. Нашел вот такой небольшой кусочек провода, собрал его. И сейчас все-таки ж я покажу, работает или нет. А может он и не работает, хрен его знает. Короче, сейчас включу и все увидим. Это мы на тему MaxQt MC350. Короче, печалька в чем? У нас на 3 СНТ, это где-то, наверное, домов, там, блин, под 900, а то и более, уже месяц находится без электричества. Московской области, именно этого района, блин, ни респект и ни уважение нифига. Эта штука, купленная в том году, надеюсь, сейчас поможет. Сейчас запустим и все это глянем. Ну, давайте это, помолясь. Вроде бы все выключатели, куда надо, все щелкнул. Там все показывал тогда. Попробуем. Нет. 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 На всякий случай выдернул розетки. Думаю, может быть, оно чем-то мешало. Мне кажется, просто надо, чтобы бензин прошел. Сейчас его еще несколько раз подергал. Ну, должен завестись. Так, зажигание включено. Защита чего? Автоматический выключатель. Ну, пусть будет включено. Все с полтыка. Сейчас прогреется и потом подключу розетки и покажу. Так, подключил розетку в дом вот сюда. Рубильники включены. Давайте пробовать. Ха-ха! Аллилуйя! Вот так вот. Так что потом не расскажешь, что я вам не показал всю эту тему. Все показал, все работает. Воздушная грядка, дровник, три в одном, стол. Все на месте, все окей. Ух. Короче, сегодняшний день, он так прилетел у нас. Тюнс, у вас ролики вообще там минималистично. Мы сделали посадку клубнички, которая была куплена. Посадили две сливы, желтенькую и синенькую. Посадили две малины. Предыдущий куст малины нахрен вырезали, оставили там совсем чуть-чуть. Но я думаю, что это мало вам интересно. Дальнейшие ролики все-таки будем снимать. Если честно, думали, что ну его нафиг, будем завязывать, но нет. Будем снимать. Мы будем находиться на платформе YouTube, Дзен и Рутюб. Поэтому, если вдруг у нас YouTube схлопнется, что ожидаемо, ищите на Дзене, ищите на Рутюбе. Ролики будут выходить. На тему бутылок. Снимем, наверное, в ближайшее время. Покажу новую тему, то, что хотим попробовать. Так что, ребятушки, спасибо большое за внимание. Ну и как-нибудь там отметьтесь за старания.
комментик какой-нибудь напишите, тоже приятно. Все, канал Чмелый говорит всем пока-пока и до новых встреч. Пока.